Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Да, как я давно не видел этот дом на колесах. Я помню, как я его покупал еще давным-давно, но я не представлял, что он до сих пор стоит на этой парковке. Вы просто посмотрите на него. Он действительно сохранил свой внешний вид и остался таким же прикольным и классным автомобилем. Эх, как же хочется на нем прокатиться. Как же хочется просто на нем покататься. И я надеюсь, так, он даже еще и закрыт. То есть мне его еще предстоит открыть. Получается, я думаю, что это вот о-о-о-о-о-о-о. Да, это мой любимый дом на колесах. Посмотрите на него. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это действительно мой топовый автомобиль. Мой любимый топовый дом на колесах. Дом на колесах, который я так давно хотел найти. И вот, наконец-таки, я его нашел. Ребята, это что-то очень максимально крутое, потому что я давным-давно искал его и хотел на нем покататься. Я думал, что вообще он уже, так как я давно не играл здесь, я думал, что он вообще уже пропадет и не будет вообще никак функционировать. А оказывается, что он еще в полном ходу. То есть действительно на нем можно с кайфом покататься и наводить на нем какую-то либо суету. Ой-ой-ой, это самое крутое. Так самый прикол в том, что я могу действительно в нем жить. И это действительно крутой и очень интересный функционал данного автомобиля. Что да, ребята, и как бы это странно ни звучало, но дом на колесах существует для того, чтобы в нем жить. И если я сейчас куда-нибудь уеду, куда-нибудь, вот, уже, к примеру, ночь, уже хочется спать там, к примеру, я сейчас выйду куда-нибудь на парковочку или куда-нибудь в такое место, где меня никто не будет беспокоить для моего сна. К примеру, вот куда-нибудь вот сюда, в поля, к примеру. Вот поднимаемся вот сюда куда-нибудь. Вот так вот в поля, чтобы у меня интернет ловил, чтобы я ютубчик мог открыть перед сном, посмотреть. Вот, куда-нибудь в поля. Ну да, конечно, честно говоря, он плохо тянет ехать в горы, но все же на нем можно покататься. Вот, тут у нас антенны, как бы тут связь четко будет работать, круто, мощненько. И все, я могу в него спокойно зайти, и там действительно огромный дом, в котором можно жить. И это на самом деле правда. Только как в него зайти, я уже совсем забыл. Но какая-то тут функция есть, потому что как-то это можно сделать. Но я так давно не видел его, что я совсем забыл. Припарковать, спрятать сейф, инвентарь, продать, войти. Вот, нажимаешь войти, и вот он, дом на колесах внутри. Как он выглядит? Ну, на самом деле, большое такое место. Большой, видно, такой коридорный домик у меня. Место, на самом деле, больше, чем кажется с улицы. Тут, точнее, да, намного больше, чем с улицы кажется, потому что с улицы кажется, что мало. Кровать, шкафы, собственно говоря, дверь куда-то там, видимо, в туалете. А, собственно говоря, кухня, шкафы, все это прятать, стиралка, еще кухня для готовки, диванчик покушать и диванчик покушать с друзьями все вместе. И тут действительно можно как и поспать, как и отдохнуть, можно делать что угодно и как угодно вообще, и как удобно, потому что это действительно топовый дом на колесах. Все, типа, вот ты поспал, к примеру, вышел из него и ой, подышал на улице, и круто. А что у нас там еще есть? Я совсем забыл. Давайте пройдемся по функционалу. Так, местоположение. Это, собственно говоря, где мы сейчас находимся. Припарковать. То есть я его могу тут припарковать. Либо спрятать, он улетит куда-то на парковку рандомную. Сейф. Это что у нас в сейфе есть? Можно будет смотреть, что у нас там находится в сейфе. Инвентарь. Но это тоже надо находиться в доме на колес. А с улицы информация. Информация, объем. Жалко, что не написано, когда я его купил. Но, честно говоря, да. Но я думаю, что я его продам, буду покупать какой-то новый смотреть. Потому что надо что-то другое выбрать. Ну-ка, подошли вот сюда.
Опять же, ну-ка, давайте глянем, что у меня в инвентаре что-нибудь есть. Трейлер. В трейлере ничего нету вообще. А ну-ка, а теперь, к примеру, инвентарь, сейф. В сейфе что-нибудь есть? Взять, к примеру. А, у меня 10к. Сколько у меня денег? Денег в сейфе? Один ли? Чё? Тысяча? 100 тысяч у меня в сейфе лежит. Ничего себе! Забираем все вот это, то, что у меня лежало. Конечно же, забираем. Вот это я в шоке. Вот это я в шоке. Чётненько нашел свой сейф. Вот это круто. Вот это максимально круто. Я даже и не думал, что тут так много денег. Отличненько. Можно деньги будет прятать в доме на колес. Будем, честно говоря, знать теперь это. Так, ну вот, мы, собственно говоря, вышли теперь. Я хочу его теперь узнать, могу ли я его продать и купить новый совершенно. Вы хотите продать его за 1.5 ляма или за сколько тут нам предлагают его продать? За 150к? Ну, как бы, да, а чё нет, почему бы и нет. Придется его продать, потому что, ребята, нужно будет купить новый. Кстати, если вы на этом канале впервые, обязательно переходите по ссылочке в описании, качайте тоже Mordor RP, играйте со мной, заходите на первый сервак. Действительно, игрушка топовая, крутая, интересная. Короче, зашли в нее. Далее, вот так вот, собственно говоря, в менюшке пишите /меню в чатике. Далее, открывается вот так меню, инвентарь, бла-бла-бла, переходите в раздел промокод, и вот тут в появившемся окне нажимаете на кнопочку 2, ввести промокод, и в появившемся окне надо ввести мой промокод, легко вводится, просто вот так, топчан, вот так вот, топчан вводите, и ничего сложного нету. И благодаря этому получаете крутой бонус. Топчан ввели и все, получили денежки. Я как бы его не могу использовать, потому что это мой промокодик. Но вот так. Но вы это должны сделать, потому что это действительно топово. Так, ну-ка, продать. Нажмем. Смогу ли я прям тут продать? А, нет, вы находитесь на площадке. Не на площадке. Короче, в следующем ролике я буду его продавать. И далее мы будем с вами покупать новый такой же дом на колесах, потому что этот устарел, я хочу купить новенький, совершенный, перекрасить его, сделать его более крутым, потому что, ну, честно говоря, он реально устарел максимально. Тут смотрю, какие-то люди катаются прям по рельсам ездить нельзя. А, они что-то патрулируют, окей, интересненько. Поэтому, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, всем до скорых встреч!